Носки не расставляй, носки вперед смотрят. А так сложнее. Ну как сложнее? Ну вот это правильная техника. В боксе нет такого, в карате, чтобы носок смотрел в сторону. Это называется слабая позиция. Носки вовнутрь смотрят в ударных дисциплинах. Во время работы. Так создал нас Всевышний, да. Такая анатомия у человека. И биомеханика. Руками не маши, кистями работай, кистями. Во, смотри, как идеально. Вот сейчас это видео я тебе записываю, ты будешь по нему учиться и смотреть. На чем ты ломаешься, сдуваешься. Прыгай на одном месте, не ходи вперед. Ты всю площадку истоптал уже. В 13 лет прыгать на скакалке ты обязан час, да, запомни. Это абсолютно нормально для ребенка твоего возраста. Тебя ребенком-то назвать уже язык не поворачивает.